Примите сейчас удобное положение. Закройте глаза прямо здесь и сейчас. И сделайте несколько осознанных вдохов и выдохов. Вдох через нос, выдох через рот. И посмотрите, что происходит с телом на вдохе и что происходит с телом на выдохе. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И сейчас вспомните, как вы обычно ложитесь спать. Может, несколько минут ходите вокруг кровати, как бы готовя постель, снимаете покрывало, или кровать у вас всегда расправлена. Вспомните, как садитесь на кровать, ложитесь, засыпаете сразу или нет. Может, перед сном некоторое время читаете, копаетесь в телефоны, обнимаете жену или мужа. И теперь вспомните, как убираете телефон или книгу, или делаете что-то еще, чтобы лечь и уснуть. И закрываете глаза, и пытаетесь устроиться поудобнее. Может, крутитесь, пытаетесь улечься, может, хотите уснуть на животе, может, высунуть ногу из-под одеяла, или наоборот, хотите укутаться в одеяло. Может быть, вам так комфортнее? Может, хотите помять или подмять под себя подушку, зевнуть, устроиться еще покомфортнее, лежа на боку, на правом или на левом. Может быть, у вас есть какие-то остатки мыслей в голове. Вы успокаиваетесь, вам становится комфортно, тепло, приятно. Хочется сладко окунуться в это состояние комфорта в своей постели. И просто вспомните, как это обычно происходит. Не нужно ничего специально представлять или фантазировать. Вспомните так, как если бы вас попросили рассказать, какая вчера была погода, какой был день, или какое-то приятное воспоминание дня или недели. И вот вы устроились поудобнее. Сделайте еще один глубокий вдох и глубокий выдох. Очень хорошо. Прекрасно. Теперь вам комфортно, уютно, спокойно. И вы готовы делать практику дальше. Для этого достаточно просто слушать мои слова. Как иногда, когда мы едем в метро, в такси, когда мы слушаем радио в наушниках или легкую музыку за рулем автомобиля, или просто слушаем приятную расслабляющую передачу или спектакль, или релаксирующую музыку, отдаваясь образом, отдаваясь тому, что происходит. Может, даже вы вспоминаете, как в детстве слушали сказки, которые рассказывала вам мама или бабушка, и уноситесь туда. Вам комфортно, хорошо, приятно. И сейчас попрошу вас вспомнить день, когда вы были максимально расслаблены. День, момент или, может быть, ситуацию. Может, таких дней и моментов было много, может, не очень. Может, сразу не приходит на ум, не вспоминается.
Может, это был первый день после новогодней ночи, когда вы просто проснулись и не было никаких дел. Может быть, отдых в другой стране или просто на природе. День, когда ничего не нужно, ничего не нужно специально делать. И вы могли быть посвящены самому себе, думать о своем, погружаться в себя. Все у вас было спокойно и хорошо. И в этом состоянии было так комфортно, что вы могли быть бы спокойно и философски на все смотреть. Были способны на это смотреть философски, понимая, что ничего постоянного нет, что все проходит, и это пройдет, и то пройдет. И единственное стабильное, что есть в вашей жизни, в жизни всех людей, всех живых существ, это перемены. Постоянно что-то меняется. И вы можете заметить, что в вашей жизни все поменялось несколько раз, начиная с вашего тела, ваших близких, пространств, погод, мест, и наблюдая за тем, как самое стабильное это изменение, вы приходите в это философское настроение. Вам легко, спокойно, хорошо. Потому что все, что происходит сейчас, будет иметь свой конец. А каждый конец будет иметь свое начало. И будет происходить что-то еще, снова, и снова, и снова, и снова. И нет ничего в этом мире, что произошло бы с вами без желания вашей души, без желания вашего бессознательного. А значит, все то, что происходит с вами, вам на благо. Может, для того, чтобы принять это и усвоить. Может, для того, чтобы разобраться, что это не ваше, и отторгнуть. И каждый раз, сталкиваясь с тем, к чему тянет, и с тем, от чего отталкивает, вы все глубже и глубже изучаете себя, все больше узнаете себя и становитесь тем человеком, который в конце говорит: «Я себя знаю». И поскольку все, что вы выбираете, это ваше решение. И что происходит, одновременно происходит, как будто без вашей воли, вам остается только сдаться этим постоянным изменениям. Например, как два щенка, когда дерутся. Один подставляет другому живот, а второй понимает, что не нужно атаковать своего брата или сестру, потому что они одной крови, как и ты со своими родными и близкими. Как и ты со своим телом. И сейчас попробуйте внутренне сдаться. Можно сказать так. Повторяйте за мной. Я признаю эту возможность сдаться. Сдаться этим изменениям. И я даю этим возможностям сдаться место. Я понимаю, что сдаться это не весь я или не вся я. Я понимаю, что сдаться это единственное решение. И я признаю желание сдаться
и даю ему место. Просто потому, что я его чувствую. Сделайте глубокий вдох, затем глубокий выдох. Не спешите открывать глаза. Пошевелите пальцами рук и ног. Сделайте еще один глубокий вдох и глубокий выдох. На счет раз делайте глубокий вдох. На счет два выдох. Пошевелить пальцами рук и ног. На счет три. Три. Открывайте глаза. Возвращайтесь обратно. Почувствуйте себя в этом пространстве.